Все, сельпо посетили место. Уже какой-то ресторанчик даже есть, я смотрю. Китайский или какой? Пацаны приехали, затарились. Привет, красотка. Скучала? Можно двигаться. Еще целый день рабочий. Сегодня. Дорожку дальнюю, дальнюю. Поехали, друзья. Что, тяжело? Да ты что, это тебе не 3 тонны возить. Сказали, можете ехать, Алексей Николаевич. Да, 21 тонна у нас за плечами. Все, кайф закончился. Сейчас будем в Касселе тут на подъемах. На пятерке в Касселе. Соляру жечь. Что? 10 минут второго. Через 100 метров поверните налево. У нас сейчас. Отлично. 50 метров поверните налево. Сейчас бы вот еще бы штауба где-нибудь не зависнуть. А еще бы километров 300 сегодня пробежать. 763 на Травимунде выдает. Сегодня 300 пройти. Утром завтра еще после девятку отстоять еще 300. И там остается на завтра на вечер. И мы вечером в порту. Не знаю, только пока смогли там что-то пока по поводу парома молчок. Ну так придется еще сутки в порту стоять, а так бы мы бы завтра бы, послезавтра, воскресенье бы и погрузились бы. Вообще бы было классно. С субботы на воскресенье или воскресенье днем, когда он там отходит, не знаю. Пока по парому тишина. По парому тишина, ну а мы едем. Сейчас вот этот меня место вот пугает. Франкфурт. Здесь вот. Ну не Франкфурт, еще вот здесь, в районе Манхайма, здесь вот с шестеркой соединения. Тогда ехал, какое тут штаб было сумасшедшее. Потом Франкфурт, за Франкфуртом ремонт. А сегодня пятница, сегодня все немцы поедут по родственникам, по деревням, по дачам, кто куда. Сегодня будет все стоять. Сколько сможем, столько проедем. На добрый толк, конечно, вообще сейчас было бы встать и ночью поехать. Ночью в любом случае было бы спокойнее. Но, блин, за бортом 33. Сейчас день жарится в кабине. Потом ночь ехать, это тоже... Вариант такой не очень интересный, вернее, совсем не интересный. Едем там как будет, так будет. Я сомневаюсь, что паром. Хотя, кто знает. Сейчас выходим на пятерку. Вот. Каусруэ, Франкфурт на Майне и все. Потом туда. С юга на север. Сейчас мы там солярочки пожгем на пятерке, здесь пожгем на семерке, пожгем
Ганновера. Через 100 метров держитесь правее. И до Ганновера, ну там вот эти вот Кассель, подъемы эти там такие хорошие. Все ж нам воздух возить. Свободно. Перестраиваемся. Все, покатили. Дозвол заполнен, можно ехать. В общем, почалось. Мне даже интересно, сколько я сегодня смогу проехать за 4,5 часа по Германии. С ихними ремонтами. Хотя бы километров 200 пройти, то бы было хорошо. Вот 40 проехал и все. Приплыли. Но тут еще как-то так. Задержка, можно сказать, почти нулевая. Все интересное еще впереди. Тут это можно даже так, это как будто его и не было. Два раза остановились до полной остановки и поехали. Это не штау. Это репетиция перед впереди, перед тем, что ждет впереди. И что самое интересное, тут даже ведь сужения нету. Тут просто берем правей. Из трех полос две не получаются, поэтому еще более-менее едем. Если бы было из трех полос становилось две, уже бы стояли бы. Ну, правда, ну я вообще молчу. Че, скоро уже без 15:02, скоро они все поедут. Короткий день, сегодня пятница, все поедут. И все. Начнется веселье. Их поздно схватился. Эвакуатор эвакуирует. Прямо на ремонте сломался грузовик. Я даже боюсь представить, сколько здесь будет пробка. Вот сейчас 648-й. 649-й был километр. Я даже боюсь представить, сколько здесь длина. Вот проедем, скажу. Хотя, в принципе-то, грузовики-то там вот должны идти, по тому ряду, что он в этом ряду забыл. Еще и накажут за то, что в этот ряд залез. Там местный ему можно. Я когда сюда ехал, тоже я по тому ряду пошел. Одна горячая голова понеслась здесь. Местный. Так, ну мы с одного выбрались. Задержка здесь была минимальная. А штау, вон, видите, какое стоит. Сейчас засекем.
Вот втыкаются, пацаны. Сколько? 638. А было 649. 11 километров. Терпение, терпение и еще раз терпение. Посмотрим, я думаю, у нас не намного лучше ситуация впереди. О, уже он. Только сказал, он уже знаки, смотрите, видите. Штау 8 километров. Ну, возможный. Не факт, что оно есть, но... Короче, сейчас мы тоже опять куда-нибудь приедем. Сегодня программа минимум 200 верст. Прошел пока 74. Еще 130 километров надо проехать. А вот Bosch в Карлсруе. Здесь завод огромный-огромный. Доводило здесь грузиться и выгружаться. Знаете, как интересно? Хотите, тайну расскажу? Ну, хотя, что тут тайна? Это какая-то тайна. Есть в Энгельсе тоже завод Bosch. Вот. Там грузишься. Я один раз грузился. Пошел, красавчик. Ну, а так вообще, грузишься там, ну, всей этой техникой бошевской. Везешь сюда, в Германию. Здесь выгружаешь. Лейбы перебивают, Made in Russland убирают и Made in Deutschland. И вперед, уже теперь сделано в Германии. Это так давным-давно, очень-очень давно еще, в 2030 году один раз, может, я говорю, тоже рассказывал, ткань возили с Орши на Москву через Италию. Вот я тогда первый раз и единственный был в Италии, потом 20 лет не ездил, вот. Только вот, ну не 20, сколько тут прошло, 17 в прошлом году. Там тоже мы ткань на паровоз, говорю, 120 кубов был. Ткань грузишь в Орше, привозишь в Италию и сутки под рампой стоишь, суточный отстой грузишь. Итальянцы выгрузили, ну я же знаю, что я привез. И уже все, потом мою же ткань мне же загружают, только уже лейбы другие. Что уже ткань итальянская и инвойсы, соответственно, другие. И все, на Москву итальянскую ткань потащили. Клондайк, Made in Italia. Также здесь с этим Бошем корутят, муцят, как хотят. А мы идем покупаем, там написано, сделано в Германии. Не факт. Все, смотрите, въезд закрыли. Стоянку. Так нельзя делать. Многие так становятся, вот аварийки включают, ну типа на маленькую паузу. Полицай будет ехать, обелецят. Никого не интересует, что тебя на паузу крутить. Перекрывать въезд на стоянку ты не имеешь права. Точно так же, как и выезд. Ну что, Карлсруэ мы прошли. Следующая точка невозврата у нас что? Пересечение с шестым автобаном. Не знаю, как следующая точка. Он уже что-то моргает желтеньким. Ну, час уже едем. Все, впереди он опять. Любимый знак. Раз моргает, значит, там уже... Серьезная штау. Сколько кулометров? Кулометры не написаны, просто написано штау. Все, шильду открыли. Сейчас упремся. Зато есть преимущество в пробках. Можно вот джандировский комбайн рассмотреть. Вон их сколько там. Махоньки какие-то. А нет, это...
Это что там? Это просто эти кабины. Здесь их собирают, наверное. У нас мне тут доложили 16 километров впереди. Ну уже не 16, а 14. С переменным успехом. То оранжевое, то красное. То оранжевое, то красное. Ай-яй-яй-яй-яй. И за бортом. Вон сколько градусов. Катастрофа. Беда. И вот эта штуковина, это бетон дробит, получается. А этот вот ее контролирует, сидит. Но в ней не сидит. Там программа заложена, она ляпнет вниз. Чуть-чуть отъедет. Опять. Автоматишь? А этот в маленькой сидит под кондиционером, наблюдает. Вот так целый день и просидит работник. Чем им этот асфальт не понравился? Бетон этот новый хотят положить. Бетон еще как новый. Будет вот такое вот здесь. Вообще нулевый. Ой, да. 2 часа уже едем. 115 километров только за 2 часа. Темп движения удручающий. Ну, может, сейчас нам повезет. Мы этот грузовик на электрогрузовик увидим. Время-то 4 часа только еще. Может, будет бежать какой-нибудь. Прикольно было бы посмотреть на этот электротрамвай. Паркинги, смотрите, все забиты. Но мы едем туда, на наш автохоф, на котором когда сюда ехали, стояли. Мне до него 92 километра. 1:38 времени рабочего. Но вроде как трафика впереди нет. Ну, дырочки есть, конечно, еще. Но немного. Давай-давай, газуй-газуй. Тоже здесь участок, я не знаю сколько, может километров с 10. В чем прикол? Вот эти 10 километров он здесь едет, заряжается что ли, или что? Я вообще не понимаю смысла вот этого вот эксперимента. Блин, так низко кажется, что с ума сойти. Особенно под этими. Под мостами. Надо нам такую поставить штуку. Раз так сюда подъехал, оп, запитался, слямзил немножко электричество, подзарядился и дальше поехал. И хватало отсюда до Владивостока и обратно. Подзарядки. Ладно, едем. Если вдруг появится, постараемся успеть заснять. И вот смотрите, как она. Даже тут 10 нету, тут километров 5. И вот они раз провода эти, и все, на столбах на этих завязали. Все, все закончилось. И куда потом дальше этот едет, который электричка? Может, эксперимент только? Пока. Не повезло нам, не встретили. Увы. Эх, не успел
прямо над автобаном на посадку они идут сейчас, с той стороны. Это откуда получается, с запада заходит на посадку. Только что вот, прямо вот буквально, вот как этот кран, и вот чуть ли не над ним. Ну, чуть дальше, конечно. Может, сейчас еще один появится. Их же тут много, как электрички. Самый большой аэропорт Германии. Вот сам сдал. Короче, мы уже это, Франкфурт на Майне. Аэропорт у нас сейчас вот с левой стороны будет. Проскочим и дальше по пятерочке через Франкфурт. Вон он, аэропорт. Вон они, красавцы, стоят. Эх, что я уже соскучился, уже куда-нибудь слетать бы. Никто никуда не летает сейчас. Что я снимаю кусты какие-то? Не, вон там дальше. А вот музейные экспонаты. Вон их там сколько. Вот только что, говорю, вот здесь вот прямо над этим прошел. Так, подождите, мне тут надо... Куда мне ехать? Не по пятерке. Вон стоят, огонь. Какие хочешь. Большие, маленькие. О, вот он, красавец. Люфтганза. Пошел, красавчик. Их не успеем мы, успеем мы заснять, как он земли коснется, не увидим. Sorry. Целый город, а не аэропорт. По-моему, говорю, 4 терминала здесь. Эй, целый город. Здорово, здорово. Под землей поезда останавливаются, можно и на поезде подобраться, и на самолете. Ой, не самолете, на автобусе, и на машине, тут как хотите. Слава богу, Франкфурт тоже прошли.
автобус открыли. На область, как говорится. В область. В Москве, там, Питер, в область. Также и здесь трафик большой. Все, грузовикам здесь обгон запрещен. И вот все вот здесь вот по обочине мы должны ехать. Ну, вроде успеваем, по идее. Час 15, 68 километров. Должны успеть. Там дальше ремонт начнется, но... Может быть, нам повезет. Повезет. Должно, по идее. Трафик пройдет, они потом обочину закроют. Все, и всех опять сгонят. Будем вот здесь вот левее ехать. Утром, наоборот, в эту сторону. Четыре полосы делают, открывают. Так, программу минимум мы на сегодня перевыполнили. Слава Богу. 25 минут еще. 4.05 работаем. 286 километров прошли. Скажем так, что даже очень хорошо. Все, тогда на сегодня закругляемся. Нормально. Едем на этот же автохов сейчас эсовский. Сейчас время 15 минут 5. Ну, сейчас пока припаркуемся туда-сюда. Пол пятого. Нет, 15 минут 6. Пол шестого. Короче, пол третьего можно выезжать. Завтра суббота до 7 утра по 7 автобану, по которому будем идти. Ехать можно. 4,5 часа нам на завтра. На утро, а всего нам остается 490 до порта. И вечером еще с 8 вечера до 12 еще будет 4 часа. Ну отлично. Я думаю, ночью тут уже мы вообще спокойно, запросто километров 300 возьмем. И останется 190-200. Походу будем стоять сутки. Новостей с парома нет. О переносе его на воскресенье. Поверните налево. Поэтому на дороге с круговым движением съедьте, используя второй съезд. Уйдем мы, скорее всего, ну, не сможем в воскресенье уйти. Хороший же чалдуни, дайте поговорить. Не буду. 30 градусов. Не то чтобы совсем и жарко, но еще и не совсем прохладно. Изменение маршрута. Через 120 метров пересеките дорогу с круговым движением. Съедьте, используя первый съезд. Бургер Кинг. Бургер Кинг мы кушать не пойдем. А затем съедьте, используя третий съезд. Пойдем за шницелем на 10 евро. 20 за автохов и десяточку. Там 12, по-моему, он стоит. Так что пару евриков надо доплатить. Замок.
толкает. Хорошо. Пару клац, подарок. Ага. Эй, стоянка свободная, свободная. Вы будете в конечный. Где хочешь, там остановись. На свое же место и стану, где стоял, когда сюда ехал. Поворот через 540 метров, затем через 40 метров поверните направо. Тикет давай. Спасибо. Ну тогда на сегодня все. Куда надо здесь мордой становиться? Да как тут солнце светит? Солнце у нас светит справа. Остановиться, как я и стоял. С краешку здесь станем. Выезжать удобненько. Люди, вон, видите, в тенечек попрятались. Будет, конечно, с правой стороны солнышко светить, но ничего страшного. Зато выезжать удобно. Раз, взял и поехал. И уклон вправо, как я сплю. Финиш. 20 минут седьмого. Нормально. 280, почти 290 километров. О, Германия. Пошли за ужином.